Разучиваем приседания у стены. Подходим лицом к стене, не доходя несколько сантиметров. Руки или подняты вверх, или опущены свободно. Медленно пытаемся присесть, и вы поймете, что присесть невозможно, не прогнув поясницу и не расправив грудную клетку. Стараемся приседать медленно, как можно ниже. Если трудно, то можно чуть-чуть отойти от стены на минимально возможное расстояние. Запоминаем положение поясницы, грудной клетки, колен, и потом отходим от стены и делаем все то же самое, стараясь сохранить положение тела так же, как было, когда мы приседали у стены.